Мистер Закстер, это очень сложный вопрос. Ну, наушники я бы оставил на последнюю очередь, потому что, а может, в первую, ну, не знаю, все зависит от того, какие у тебя девайсы сейчас есть и в каком они состоянии. Ну да, все хуже. Ну, если все хуже, то, наверное, первым делом мышка. Все-таки мышка — это оружие победы. Привет, равно. Ну вот, я поэтому и говорю, то есть первым делом мышку. Потом, наверное, клавиатуру либо наушники, потому что наушники тоже хорошие. Ну как, в принципе, и в танке играть можно без звука, так что, наверное, первым делом мышку, потом клавиатуру, потом наушники. Вот в такой последовательности. Бенегатив, конечно, с удовольствием. Куда идти? И привет. Какие щи сварить? Ничего себе. Разве из квашеной капусты варят щи? Я просто не такой спецповар. I have a bad feeling about this. Так, ну в смысле там ртуть засветили, так что можно, наверное, и... Можно рту и не бояться, наверное. Вообще счет 7-0. Я просто не понимаю, что происходит. Humiliation просто. Крита Шатева. Ладно, сейчас я с вами разберусь со всеми. Негодяй.
13-0. Пятнадцать ноль. Давай, Щавелевой самый то. Привет, Оборн. И привет всем, кто присоединился только что. Так, а сколько мне там боёв-то на ней осталось? Ну вот, я сыграю столько же, сколько и на трагере, и продам вот. Как раз освобожу экипаж к леопарду. Пойдём-ка покурим-ка. Да я пошёл, но не могу, я пока стримлю. Ну вообще Боб уже зовет меня, говорит, пойдем, Серега, пойдем поговорим. Привет, Аполлон. Лирион, ничего себе, зачем ты пьешь столько кофе? Я вообще кофе не пью. Да, жаль, конечно, нашего ВКшку покрошили. Нет, ну так, конечно, не стоит. Thank you.
Убей меня, олень. Ну, раз просят, надо убить. Что? То есть на базе уже я к тигр. Значит, где-то сушка еще тут бродит. А где же она? Где же ты, где же ты? Ну, иногда у меня FPS проседает, конечно. Но потому что я стримлю очень с хорошим качеством. То есть у меня разрешение экрана 2560. И я накрутил там нормальные настройки, чтобы качество было нормальное. И поэтому от этого... То есть если я выключу стрим, я думаю, у меня редко когда будет ниже 100 FPS опускаться. Аполлон, я с удовольствием посмотрю, как ты рашишь побольше на Waffentrager'е. Мне будет интересно поучиться даже у тебя. Ты за это свой стрим запили как-нибудь, я зайду и поучусь у тебя, как надо правильно рашить на этом танке. Ребят, пожалуйста, не надо ругаться. Ведите себя хорошо. Свой комп я брал чуть больше 100 тысяч, я покупал его год назад. Но это с монитором. А почему тебе хочется спать утром, Лерион? Значит, ты не высыпаешься, а не высыпаться плохо. Тем более девушкам. Девушкам, чтобы выглядеть хорошо, надо всегда высыпаться. Привет, Дерол. Егор Кульгов, надеюсь, сетер не лагает, потому что, я думаю, смена качества точно теперь есть. Вертикальная синхронизация, а я, если честно, не знаю вообще, для чего она нужна.
Было бы здорово, если бы вот при наведении на какую-то опцию появлялась там типа какая-нибудь подсказка. Опа, вот это для этого, это для этого. Ребят, я отойду ненадолго, на пару минут. Боб зовет. Нужно срочно с ним обсудить текущее положение вещей. Но скоро вернусь, никуда не уходите.
Я вернулся. Всем привет, кто только что присоединился. Hello, Shadrach. Yeah, I did sell it. I mean, sold it. I didn't like the gameplay on Tier 10, it's too boring. 10 seconds of fun, then at least 1 minute of pain. Арта-объект. А чё, зачем? Я клановый чат вообще не читаю. У нас же есть в скайпе конференция, в которой все олени и олени находятся. И я в основном там читаю, а клановый чат я вообще даже не заглядываю. Ничего себе там раш. Да, фейл. Чё, ни разу не попал. Семьсот четвертый, конечно, красавец, нормально уже покидал.
90 вообще красавец. Ребят, что-то я пропустил. Куча сообщений. Да, Андор, не надо ругаться, пожалуйста. По поводу Гонлиги, нет, я не смотрю. Мне не интересен этот формат 742, и слишком все там скучно. А, и всем привет, ребят, кто только что присоединился. А по поводу там, кто кого не любит, ребят, это такие глупости. Как бы, если какая-то группа людей, там, может быть, даже большая, и не любит русских, но это не значит, что все поляки их не любят. Это то же самое, что там про американцев. Да про любых, про любую нацию, так сказать, можно. Ко всему надо относиться спокойно. А отморозков хватает везде. Бах, я вафель уже выкачал и на ней скатал 36 боев. Так что мне нерв не страшен, потому что я его продал и не собираюсь покупать обратно. Факт политик, я с тобой согласен, Номерак. Да не, зачем меня в президенты? Мне не надо. Вот 40 тонн надо в президенты. Предновал, что продал, потому что неинтересно мне на ней играть. Не хватит водолазок, но со стороны. Зато будут рассказывать молодежи, как правильно сексом заниматься, все такое. Ярополк, я же говорю, скучно играть на ней. И неинтересно. Я, конечно, люблю посидеть в кустах, но на трагере надо совсем-совсем в кустах сидеть. Это не для меня. Конечно, Пьеро 40 тонн, это же вообще самый лучший человек в мире. Кроме того, что он лучше всех играет в танки, он еще самый умный, самый красивый. Что там еще-то? Даже не знаю. Ну, в общем, самый-самый. Да, вот снаряд полетел. Кто-то украл мой снаряд. Борщец поиграл уже.
Прикольно, что 54 забрался вот туда, вот это очень здорово. Так, ну тут я уже навряд ли, наверное, что-то выцеплю. Хотя... Да нет, хватит, тут можно поехать в другое место. Скакалка у меня, кстати, есть. Я скачу каждый день. А я вчера уже по поводу Зеры говорил. Мы с Зерой познакомились в далеком 2000 году. Вообще мы же были в одном клане, в C58, он же Киберфайт. Он только играл, ну, за C58 UA, а я за C58 RU. Довольно много тусили раньше, вот когда в CS играли. После того, как я забил на CS, мы не особо много общались, но вот я планирую где-нибудь летом скататься в гости к своим друзьям украинским. Думаю, с ним увидеться. Там что-то вообще какой-то разброд и шатание с той стороны. Надо прятаться. Да, тот фланг просто выбрили начисто. Thank you.
Бам-бам. А Вырик все это время смотрел. А, ну понятно, я один остался. Ну да, я на самом деле собирался зимой скататься, но в принципе говорят, что типа там ну ничего такого не происходит, там на двух улицах только самый праздник. Ну я решил, что уж пока все утрясется, пускай и потом поеду. Ну мало ли, зачем лишний раз там себе на голову неприятности искать. Команда мечты просто, ребята. Команда мечты. Dream Team. Гон СТ. Да, я обязательно на СТ вернусь. Мне осталось там докатать несколько игр, я продам уже трагер этот и больше не буду кататься на ПТшках, кроме Е25. Да, в Киев и в Харьков я планировал скататься. А в Харькове у меня несколько знакомых по Вову живут, а в Киеве каэсеры и воверы, ну и просто знакомые. Не знаю, я для чего его катаю, потому что я когда его выкупил, ну, когда я его прокачивал, мне очень понравился. Я всех убивал, а после того, как я его выкупил, что-то очень тяжело у меня, он начал идти, и все меня убивают, и я что-то особо и никого не убиваю. Я уже доиграю там столько же боев, сколько на ВТС-100 и продам. Вообще что-то я задумался и поехал не туда. На трагере здесь не очень хорошо тусить. Надо бежать. Да, сижу на шее сам у себя. Ну, в Киеве я очень много раз был. И чемпионаты, да и просто в гости катался. Как мне тогда сказали, когда я первый раз приехал, что типа у каждого уважающего себя украинцы на балконе стоит ведро с водой. А я сначала не понял, что для чего это ведро с водой нужно. А это, оказывается, вводный, чтобы делать можно было. FPS, привет. Ну да, как это, как соберемся, обязательно поиграем.
Как в танки я играть начал? Но у меня очень много знакомых играло в танки, а я играл в Вов. Но они мне все говорили, давай, давай, Серега, в танки с нами. А я посмотрел, мне что-то не понравилось. Но я подумал, ладно, начал просматривать всякие стримы. Смотрел, смотрел стримы, но что-то мне показалось, что игра очень скучная и неинтересная. А еще я просто в гости кому-нибудь приезжаю, вот у меня есть мой хороший знакомый, к которому частенько я в гости езжу. Вот, он вообще играет на этом, на телевизоре большом. Ну вот он тоже в танки играл, вот я к нему приезжал, смотрел, как он играет в эти танки. И поначалу мне не очень понравилось. Но в один прекрасный момент мне Вов совсем надоело, и я подумал, а почему бы и не попробовать поиграть в танки? Там как раз оставалось 2 месяца до выхода Диабло. Я и подумал, ну ладно, что, поиграю пару месяцев, потом выйдет Диабло и буду типа в Диабло играть. Вот, ну я поиграл вот эти 2 месяца, вышел Диабло, я 2 месяца играл в Диабло, Диабло. А потом, когда Диабло мне надоел, я вернулся не в Вов, а в танки дальше продолжил играть. Вот такая вот история. Ну, вообще, действительно, как бы, чтобы самому оценить танки, надо не смотреть, как играет, а самому поиграть. Потому что, когда ты наблюдаешь за кем-то, кто играет, может показаться, что действительно игра очень скучная, неинтересная, все такое прочее. Нет, конечно, в ней много моментов довольно скучноватых, и всякие стоялы и так далее, но в целом, как бы, мне вот очень понравилось, и я решил дальше продолжить играть в танки. Куда ж ты едешь-то? Этот Т7, которого я вначале засветил, все еще вот там вот гуляет. Так, а у них еще 54-ка даже не светилась. Ну, он, наверное, АФКшник, раз он до сих пор не светился и никого не убил. Ну, будем надеяться, что на АФКшник поедем убивать всех. О, нет, не АФКшник. Ха. Что же он все это время делал?
Привет, привет всем, кто только что присоединился. Да, конечно, Деморос, я обязательно поиграю в Дом Диабло. И постримлю даже, как я буду играть. И постримлю, как я буду играть в новый аддон к Вову. Ребят, Изи нету времени, поэтому он и не стримит. Как только у него появится время, он и постримит, и мы с ним постримим, все будет хорошо. Вот Лев КВ4 поехали с объектом 704 во взводе. Вов мертв еще был после выхода, после конца Берни Крузейда. Так все говорили. Но он до сих пор живет. Хотя, по-хорошему, Blizzard, конечно, очень сильно испортили его. Это же надо было умудриться за два аддона потерять с 14 миллионов до 7 миллионов подписчиков. Они потеряли половину подписчиков. Не совсем понятно, к чему этот вопрос про страйка. Ну, раз уж спросил, да, тащит. Вов умер еще до катаклизма. Ну, на самом деле, я с огромным удовольствием играл в классику, в БК и в Аврат. Было много веселого и в ПВП, и в ПВЕ. А потом что-то как-то мне уже и поднадоело. В катаклизме. Я, в принципе, катаклизм как бы играл много еще, но уже так. Постольку, поскольку. Потому что не во что было играть. Ничего более достойного не было. Так, раз, два, три. Пум! Надеюсь, ему вошло. Преднабор я в КС тоже играл. И даже неплохо играл, я скажу. Привет, Magic PZ. А в Доту я поиграл, но мне особо не понравилось. Что-то не пошло. Из всех дотоподобных игр мне почему-то больше всего Хон понравился. Вот в Хон я больше всего играл. Хотя тоже не особо много. Привет, Марселайн. Андор, ну ты не прав. Почему тогда есть такие игроки, как Дэнди, и таких игроков не очень много? Потому что в любом деле есть люди, которые намного лучше играют, чем другие. Ну, даже, как бы... Можно, конечно, говорить, что в Доте нужен не скилл, ничего, но это же неправда. Дота еще та игра... Не самая простая. То есть, чтобы играть на действительно хорошем уровне, там я не знаю, что надо делать.
Так, ну там главные наши бойцы полушотные, так что я думаю, еще можно задефить будет. Красавец. Ой, я ничего себе тут приехал уже. Там справится, я думаю. Фух. Не догнал. Привет, Ликун, и привет всем, кто только что присоединился. Имя мое узнать, конечно, можно, меня зовут Сережа. А если чего, там чуть ниже трансляции есть ответы на большинство вопросов. Если интересно, еще через ролик прокрути.